посмотрите, что они творят. Вот, смотрите, вот наша доблестная милиция. Посмотрите на них. Посмотрите. Вот, видите, в Инстаграме сегодня во всех группах будет вот этот патруль. Отпустите это. Клянусь Аллахом. 17 лет ребенку, 17 лет. Даже 17 нет. Вот все свидетели, вы видите? От того, что не ударил он, вы оскорбляли, мы все с окон смотрели с маршрутки. Вы первые напали на него. Вы первые напали. Мы там смотрели на него, на вас всех. Потому что вы вот так на него разговаривали. Вы лезли к нему. Изначально стояли, разговаривали. Это ребенок, ему 15 лет, вам не стыдно, да? Вам не стыдно? Из-за какой-то маски вам не стыдно? Слушайте, шум не поднимайте, у вас дома дети есть. На сотрудника полиции не надо руки распускать. У вас он нанес мне два удара в лицо. Он ребенок, вы понимаете, это все. Ему 15 потому лет. Ребенок, 15 лет ему. Алекса. 15-летнюю мальчика забирают. Четверо человек напали на ребенка, 15 лет. Четверо человек повалили на пол и бьют ребенка. Вы видели такое? Вот свидетели. Подтвердите, били они. Били они. Вот так. Не отпустите, клянусь, вы во всех инстаграмах будете сегодня. А почему вы не видели, когда он меня бил? Он вас не бил, он пальцем вас не тронул. Он его пальцем не тронул. Почему вы этого не видели? Вы напали первый на него. Я напал на него? Да. Ну что тогда, это ваша версия. Это не моя, вот свидетели. Одного. Я вам говорю, не отпустите этого ребенка. Во всех инстаграмах вы сегодня будете. Вот эта группа. Во всех группах. Я клянусь, в Махачкалу дойду и дальше дойду. Клянусь, я блогер, посмотрите. Он не ударил его. Он, вы ударили, вы четверо человек напали на ребенка. Четверо человек. Дылды такие, вам не стыдно, да? У вас дома дети есть, вот такие же, как он. Я была. При чем тут разговор? Вы сейчас на этом играете, да, что не было никого. Посмотрите вы сегодня. Бессовестно.